Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Astral Chain. Напоминаю, чтобы вы были активны, не забывали тыкать пальцы вверх. Это помогает этому прохождению очень сильно, и, скажем так, именно благодаря вам оно скоро завершится. Благодаря вашей активности. Прямо сейчас мы находимся в центре города, и тут неподалеку где-то, ребята, находится Дженна. Мы выполнили все допы, давайте теперь встретимся с ней лицом к лицу, если опять же она там будет. Стоп, сундук вижу. Угу, пойдем. Our post is up ahead. Once we take point there, we won't be able to head back to HQ for a while. You ready? Идем. Okay, let's go. All who tremble in fear, desperate, listen to my voice. Soon, very soon, I will bring you justice. I will open the gates to our true future. Abandon fear, and you will know true peace. Jenna, over there! How foolish. You people are leading all of humanity straight to damnation. Straight to damnation? You're the terrorist here! You don't understand. My heart goes out to you too. All because of how you were born. Doomed to be used by those idiots until you die. Chained to your fate, powerless. But if you stay quiet and open your eyes, I might even save you. What the hell? Угу, окей. Ладно, я готов, тварь. Как раз испытаю на тебе своего нового легиона. Так, подожди, сначала сфотаемся. Так, не нужно. Приступаем. Как блокировать эту атаку, я не понимаю. Не получается, ребят, не получается. Стоп. А, вот так. Лечимся. Yeah.
Давай. Можно использовать вот этого легиона, который может атаковать издалека. И сам я могу переключить оружие, да. На дальнее что-нибудь поставить. А, не получилось, черт тебя дери. Охренеть, что происходит? Как они это на свече реализовали, ребята? Вы можете себе представить? Это же охерительно просто. Стоп, стоп, стоп. Не, прикольно же сделали. Вообще капец, офигительно просто. Это шикарно. Стоп, держи меня. Давай, продолжаем. Красота, просто красота. Все получилось, но ранг S я, конечно, не получу. Но это было клево. Реально, вроде босс внешне одинаковый, но битва совершенно другая. Вот что значит, типа, реюзать ассеты, ну, типа, делать это грамотно. Нет, S+. Многим бы реально поучиться. Это просто офигительно. Интересно, что будет дальше. Уже почти конец, ребят. 10 и 11 глава остались. Это вроде как короткая, судя по сбору красной материи, да? Как-то быстро мы там насобирали половину почти. Или даже больше. В прошлой серии. Интересно. Hey, can you hear me? I followed Jenna through a gate, but what are you doing here? Either way, you've got good timing. You can see that thing from over where you are, right? It's another homunculus. Looks like it's not ready to hatch yet, but it's still absorbing chimeras. I guess Jenna figured it'd be easier to feed if it was closer to the food. Look at the size of that thing. She's obviously got big plans for it. A homunculus that big could be unstoppable. Let's crack that egg before it's too late. Я понял тебя. Так, подожди. Так, давай-ка сюда. Ай, блин, да что ж такое. Жалко, нельзя... А, нет, 40%. Ну ладно. Жалко, что нельзя, скажите вам, скажу, двойное подтягивание сделать. Да ёптить! Что ж ты будешь делать? И еще один момент, который мне нужно исправить, ребята. Смотрите, мне нужно сделать вот таким вот образом. Все параметры улучшают. Ну, допустим, давайте назначить куда-нибудь. Давай сюда, все равно, скажем так. Там нет лекарства. Теперь погнали. Там впереди... А, эту фигню можно сбить, да?
Забавно. Может, таким образом мы сможем ослабить гомункула? Это было бы замечательно. Теперь бежим. А то в прошлый раз мы бабахнули. Вы помните, да, чем все кончилось? Так, минус один. Где-то еще есть, вон вижу. Потом смотри сбоку. И еще одна тварь где-то в той стороне. Погоди. Подожди, нужно вот так вот, наверное, обойти, да? И я что-нибудь да увижу. А, вот, вот, вот. Смотри, что мне еще интересно. Хорошо, теперь подлетай ко мне. Подожди-ка. Что-то здесь не так? А-а-а. Видимо, я слишком мало вешу. Играя я девочкой, возможно, это был бы даже комплимент. Но что-то как-то в данном случае, скажем так, видимо, главному герою пора пожрать. Причем хорошенько. She may have already left the astral plane, but it looks like she left plenty of tentacles and mini homunculi behind. So be careful. Спасибо большое. Стойка за щитом. Секира. А ну это мы знаем, да. Можно стоять и типа будет все зашибись. Но погоди, сначала давай я сделаю вот так. Потом у нас где-то вот тут тварь есть. Ой-ой-ой, стой. Хорошо. Ну там еще есть. Подожди, вот так вот отойдем лучше, да? Враг идет ко мне. Ладно, секиры выбираем. Пойдем. Так, хорошо, вернись обратно. These small fries aren't going to stop showing up until we do something about that egg. Да я понял, пошли. Это, по идее, можно взорвать. Сейчас только я соберу материю. Так, ну что, твари, вы готовы? Красота, просто красота. Подъем, дружище. Я не знаю, что мы убили. Я даже как-то не обратил внимания, если честно. Но там что-то было странное. А, вот эту херню понял. Теперь смотри, выбираем силача. И эту штуку, я так понимаю, толкаем куда-то, да? Вот. Не знаю, зачем это... Фиг знает. Давай сначала сделаем вот таким вот образом тогда. Секира. Открывай проход. Угу. И что дальше? Не совсем понимаю, это что такое? А, подожди, стой. Прикольно, что они задействуют всех абсолютно... Легионов, постоянно. Ну, почти постоянно, да? То есть, не забывая про старых.
Так, мы все ближе и ближе к цели. Теперь осталось только здесь проход найти, да? Так, давай-ка быстренько сюда секиру. Теперь, смотри, мне нужен кулак. Ну, допустим, мы сделали, я не знаю, зачем это, но... Видимо, зачем-то. Теперь секиру опять, открываем проход. А, погоди-ка, стоп, что-то здесь не так. Сначала нужно что-то сделать, я понял, кажись, смотри. Здесь нам пригодится кулак. Сейчас подождем, пока восстановится вся эта хрень. Я еще, наверное, подлечусь сразу, а то здоровья что-то не очень много. И нужно еще одну аптечку поставить. Лекарство среднее, но это уже мой ресурс пошел, а не временный. Давай-ка в бок. Что-то здесь можно сделать же. А, все, я понял, смотри. И вот таким вот образом делаем. Да? Далее, вот это что такое, я не пойму. А, вот так можно было сделать. Ну ладно, допустим. Теперь здесь мне нужна секира. Все, побежали. Давай какого-нибудь легиона побыстрее выберем, да? Вот этого. Чтобы он не замедлял наше движение и еще умел летать над пропастью. Чтобы все уже собрать. Так, смотри, очередная проблема у нас. Вот то самое яйцо, которое нужно уничтожить. Listen up, you two. I've got Jenna's bio signal. She's in zone 36 and heading east fast. I put out an APB to Neuron, but they've already got their hands full with the homunculi popping up all over. If Jenna's heading east, then she could be heading straight for Neuron HQ. With everybody out, the commander's a sitting duck in there. Olive, get the commander ready to evacuate. I'll be there ASAP. What? Roger. I'll leave that big guy up to you. Hurry back to the Ark when you're done. I don't know if I can stop Jenna alone. I'll see you back at HQ. Понял тебя. Быстрее, ребята. Я понял. Намек. Так, что-то теперь надо делать. Видимо, просто бить. Подожди, закрылась. Блин, сейчас восстановимся. Готов. Теперь смотри, что мы делаем. Еще раз стрелу. Где еще? С другой стороны пошли, оббежим быстренько. Вот, да? Ну давай же, блин, а? А где? Подожди, не могу понять. Где еще одна точка? Вот вижу, да, показывает. Thank you.
Красота, просто красота. Правильно я сделал, что сконцентрировался только на яйце. Б. Печально, печально. Я так понимаю, это все? Не, подожди-ка, стоп. Looks like you fried that egg. We'll get moving once Akira's back. I'll send a chopper for you as soon as you're back on the Ark. Hurry, okay? Я тебя понял. Так, пока исчезнет. Слушай, это же можно взорвать? Это к чему-то приведет в итоге или нет? Может, там какая-нибудь плюха будет? Интересно. К сожалению, нет ничего. Ладно. В таком случае отправляемся. It's been a while, Yosef. Jenna, why are you doing this? Why? You know why. To put an end to this misguided project of yours. You're the one who's misguided. No! We can win! We have a future as we are! Idiot! Cling to your worthless husk, but let the rest of us evolve! Only I can save humankind! It appears talking will get us nowhere. But I will stop you. Whatever it takes! Wait, is that Blue Evolve? Ну, поехали. Погоди, стой, назад, назад, назад. А, я уже ее фотографировал, точно. Да, все. Ни хера себе она лютая. Так, дамочка, успокойся, пожалуйста, а? У нее здоровье просто до одного места. Надо что-то быстрее. Это слишком медленная херня для нее. Стоп, секундочку, давайте сделаем. Что-то мне дали по щам довольно быстро. 1500 здоровья дали еще сверху, ладно. Панацея, подожди, как там было? Лекарство. Типа улучшает все статусы. Вот. Ох, все, ты меня теперь разозлила, ты меня понимаешь? You've seen how he lies.
how they'll trick the entire Ark into giving their lives for his twisted vision. Your parents' misfortune, the pandemic in Zone 09. It's all his work, all for his sick ambition. All of you must die. Yosef, you, anyone who stands in my way. Давай, держись, держись, держись. Половину, мы уже больше половины сняли ей. Давай, ну! Держись, держись, здоровье. Вот так давай. Чё-то капец она лютая. Тихо, стой, стой назад. Красота была, это было близко. Давай, давай, давай. Есть, получилось. I'll admit, I'm impressed. But I've come too far to let you stop me now. There's no choice. I hoped it wouldn't come to this. А, то есть сейчас битвы не будет этой, да? Она ждет меня впереди, видимо. Охренеть. Да, ну неудивительно на самом деле. Но бой был непростой, честно вам скажу, ребята. Thank God you're okay. Great job, Brenda. It's not me. He's remarkably resilient. It's only a matter of time until Jenna catches up with the commander's helicopter. You've got to stop her. We don't have any more helicopters. There's a motorcycle downstairs. That'll have to do. We're counting on you. Here, take this with you. I know Dr. Calvert's in good hands with you on the case. Good luck. Спасибо тебе большое. I'm worried about Akira and the commander.
You should get going. There's a bike you can use in the garage. Break a leg. Блин, клёво, клёво, клёво. Сейчас, походу, дело будет то, чего я так долго ждал. Прекрасные покатушки на мотоцикле. А вот и мотоцикл. Секундочку. Ого, тебе действительно придется отправиться туда. Полагаю, кроме тебя, с этим и впрямь никто не справится, приятель. Вот, возьми. На случай, если дела будут совсем плохи. И помни, что твой друг Табути всегда рядом. Почаще бы делали вот такие вот покатушки, на самом деле. Они мне очень нравятся. Да, отлично. Это классно, конечно. Ой, больно. Опа, ни хрена себе, здрасте, здрасте. С легионами это еще веселее, походу, дело будет. Получается, это вот так, да, это все, я понял, увернуться. Да чтоб тебя. Следующий. Ну давай же, ну. Эта херня никак не отстанет от меня, да? По всей видимости, да. Ну, наконец-таки, блин. Не прошло и 2 лет. Не, это прикольно, очень прикольно. Сразу чувствуется почерк людей, которые делали Нир Автомата. Вот сразу. Ай, это было больно. Наверное, может быть. Ух ты ж, ёб твою за ногу. Да что ж такое? А, нужно делать вот так. Все, я понял, да. Словил прям лбом. Ну, здоровье, конечно, у этих тварей до хрена просто. Так, он ушел. Аккуратненько. Получилось, получилось. Отлично. Что дальше меня будешь ждать? А, это подпрыгнуть. Все, понял. Я думал, это препятствие. Вначале как раз таки из-за этого врезался в грузовики. Оно так простенько сделано, но почему-то мне прям это доставляет. Ну вот сам процесс доставляет удовольствие. Я не знаю, как касательно просмотра, да, типа, ничего не могу утверждать. Зашибись. Не знаю, как касательно просмотра, но я вам говорю, ребят, играть очень-очень интересно. Поэтому если у вас есть Switch,
и вы думаете, что бы купить, я вот строго рекомендую, ребята, Astral Chain. Это реально прям одна из лучших игр прошлого года. Без шуток. Стоп. Половину снял почти уже. Да ёптыть. Да етить, колотить, аккуратнее, дружище. Сука, резвый, как не знаю кто. Есть, получилось. Не, было весело. Было весело. Хотя первый раз, мне кажется, был пободрее все-таки. Но посмотрим. Мне кажется, там еще впереди меня ждет много всякого веселого. А, нет, все, приехали. Хотелось бы больше таких секций. А спасибо сказать, не? Хотя бы. Так, я понял. Тебя будет больно. Стоп, назад. Нужно ближе подходить, чтобы дамаг был выше. Так, ребят, пытаюсь сосредоточиться, поэтому я почти не разговариваю. И, в принципе, комментировать-то особо нечего, вы видите, да? Поэтому... Давайте, давайте, стараемся. Красота, конечно. Так, давай лечиться срочно. Да чтоб тебя... Аптечек все меньше и меньше. Нужно поаккуратнее быть все-таки немножко. Красота, ребят, треть, считайте, сняли. Так, давай, давай, назад, назад, назад. Да чтоб тебя.
don't you see? That man was never going to save our world! Careful! We have no idea what she's capable of! Давай назад, быстрее, быстрее. А, у меня получается легион еще, ему еще плохо. Красота, ребят, треть осталась, держимся, держимся. Неплохо, неплохо. Держимся, ребят, держимся. Так, легион устал. Нужно восполнить энергию. Получилось, получилось. S плюс, отлично. Jenna? Akira, can you back him up? They're too far away. I can't get up there. Someone's got to keep an eye on the commander. Roger. I'm sorry. You're the only one who can stop Jenna. Всегда такая херня. Ой, стой, назад, назад, назад. Прекрасно, просто прекрасно. Давай отбиваемся, продолжаем. Да чтоб тебя.
Да чтоб вас, сволочи. Назад, лечимся. Все, теперь идем к Дженне. Давай, 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 летим. Налево. Еще, блин, до Дженны попробуй доберись. По-моему, это самая эпичная глава на данный момент. Напоминает, кстати, чем-то босса из Devil May Cry 4. Все, поехали развлекаться. Ну как развлекаться? Держись, давай, еще что-нибудь покажешь, может быть, прикольное, а? Нет, я пошутил. Держимся, держимся, держимся. Ну, что-нибудь еще? Держись. Что следующим будет? Восстанавливайся, региончик, быстрее. Так, вот это мне не нравится. Вот это что-то мне не нравится. Так, видимо, нужно было, ребята, скажите, я вам скажу, эту фигню отбивать. Как-то прерывать атаку нужно было, наверное. У меня закончились аптечки. Так, давай вот так тогда. Панацея. Да ёб твою мать. Давай, атакуй, тварь. Держись. Ну еще хочешь? Восстанавливайся пока что, дружище. А то, судя по всему, сейчас будет не весело ни хрена. Держимся. Треть осталось здоровья, ребята. Треть. Ух ты ж, ёптыть. Так, подожди. Да, 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 это прерывается. Что дальше? Так, давай-ка лучше так вот сделаю, да, сразу. Я не знаю, что это было, но это было неприятно, мягко говоря. Ну, ты будешь меня атаковать или нет, как-нибудь интересно. Рука взорвалась, нифига себе, прикольно. Немножко, ребята, немножко держимся, держимся, держимся.
Получилось. Вот это было красиво, конечно. Это было, конечно, круто. Ранг С, скорее всего, не получу, к сожалению. А нет, С плюс даже. Круть. Нет, нихера, стой. Form of your legion's power. All it can do is cause pain. Nothing more. We have that in common. In this form, even if you do survive, in the end, can you call yourself human? Thank you.
happening? All right. Aim for the Legion. Fire. Hey, stop! We had no choice. If we hadn't dealt with it immediately, it would have destroyed us all. Who are they? Why do they have armor like mine? Let me introduce you. Behold, they are the Union Government's newest elite task force, the Ravens. And they are your new partners. Нихера себе повороты. Вот вам, ребята, и простецкая история, да? Поначалу казалось, что это такая просто ни о чем такая, да? Ни о чем сюжетец, максимально предсказуемый. Чё-то нихера себе тут повороты начались. Японцы, кстати, часто так делают, что казалось бы за... Это как, знаете, попытка вас запутать. Сначала кажется все простым, а по итогам что-то как-то все так перекручивает, что история оказывается... Далеко не самая простая. Это прикольно. Словами не передать, как я заинтригован, как мне хочется узнать, что будет дальше. Так, нам предлагают архивы Ковчега почитать, и по всей видимости, эти самые архивы, они, ребята... Я понял. Короче, смотри. Да, открылись, ребята, те архивы, которые мы не читали с вами. Тут буквально их ничего, но это сделаем уже с вами в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Также подписывайтесь на канал, на Telegram, Facebook, Twitter. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются на третий канал. Подписывайтесь, там скоро будет видео про игровую индустрию. Все, всем спасибо, всем пока.